Привет, друзья! Говорит и показывает творческая группа WSV Media. Ну что, вы соскучились? А уж мы-то как соскучились. С момента нашей последней онлайн и офлайн активности прошло уже больше 3 месяцев, и нам постоянно поступают сообщения, куда же вы пропали. Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, и многие знают, что с марта месяца YouTube прекратил монетизацию в России, и все российские блогеры остались на подножном корму. Долго мы думали, все лето, можно сказать, что же с этим делать. Чесали, так скажем, репу. То ли снимать на телефон, но такой, так скажем, камбэк, возвращение не нужно ни вам, ни нам. Все привыкли к качественной картинке, к проработке материала, потому что можно было бы, конечно же, сидеть на фоне белой стены и выкладывать фотки из интернета. Но нет. Значит, можно было бы вообще замолчать. И, в принципе, мы так и промолчали 3 месяца, но вы постоянно нам писали, писали, писали. Спрашивали, как вам помочь, что делать. И мы думали, ну, действительно, если есть такое, так скажем, желание снизу продолжение нашей активности, надо что-то делать, и смотрите, что мы придумали. Мы приняли решение запустить отдельную страничку нашей творческой группы на сервисе Boosty. На этой страничке мы будем вместе с вами создавать пространство для тех, кто так же сильно, как и мы, любит все, что ходит по рельсам, ездит по дорогам и перевозит грузы и людей. На Boosty есть несколько уровней подписки, по аналогии со спонсорством YouTube, с помощью которой каждый, кто захочет, сможет поддержать наш проект. Хочу сказать, что, как и в случае с YouTube, все ваши донаты пойдут на создание нового контента для зрителей. Теперь почти весь новый контент, который мы делаем, будет появляться сначала на Boosty и уже потом на других площадках. Я надеюсь, что вы отнесетесь к этому с пониманием, да и поддержите нас. Ведь мы делаем качественный контент для вас уже больше 15 лет и не собираемся останавливаться. Кстати, на нашей странице Boosty уже есть несколько постов с эксклюзивным контентом. Так что ждем и там ваших лайков, комментариев и подписок. А еще ждем идей и предложений, как сделать контент для вас еще интересней и лучше. Сервис запущен с 1 сентября и сейчас уже активно работает и постоянно обновляется. Стоимость подписки от 145 рублей. Немногочисленные оставшиеся наши спонсоры на YouTube из других стран, не унывайте, эксклюзивный контент будет доступен вам в том числе. Ну а теперь о наших творческих планах. До Нового года вас ждут премьеры 3 новых серий проекта «Автобусная». Слушай, ну здесь момент какой, ему хватает. Ой, какая мощь. Кто-то имел возможность 2 из них посмотреть в мае в пространстве «Севкабельпорт». Мы устраивали там камерную офлайн премьеру. Ну а за лето мы сняли еще 1 серию. Теперь вся эта 2-я уже трилогия готова к встрече с вами. Перед этим вас ждет наша единственная туристическая поездка этого лета. Мы сгоняли кое-куда на 2-этажке. Что из этого вышло, вы скоро узнаете. Ну а потом, наконец, долгожданный старт 5-го сезона. По классике YouTube мы разыгрываем несколько подписок. Для того, чтобы выиграть, нужно ответить, куда же мы ездили в железнодорожное путешествие этим летом. Подсказка. Там в названии есть кое-что рыбное и вообще много воды. Так что, друзья, первые 5 правильно ответивших в комментариях получат месячную подписку. Ну а что, мы пойдем делать новый контент, ждать вас на Boosty. Так что, друзья мои, до встречи.